24 мая 2012 года вышел приказ Минздрава за номером 384, первый пункт которого звучит так, ну я прочитаю на языке украинского, так как тут написано, наказываю. Перше, затвердити уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної та вторинної медичної допомоги артеріальна гіпертензія, розроблений на основі адаптованої клінічної настанови артеріальна гіпертензія. Ну, дальше я читать не буду, дальше йде речь о том, как это все внедрять, кто за это отвечает, каковы этапы этого внедрения. Если вы откроете сайт Минздрава, вы сможете увидеть этот унификованный клинический протокол и прочитать его. Это достаточно толстый труд. В котором речь идет об организации медицинской помощи больным с артериальной гипертензией на разных этапах ее оказания. Врачами участковыми, врачами семейными, в центральных районных больницах, городских, областных больницах. То есть на всех этапах первичной и вторичной медицинской помощи. Какие диагностические мероприятия проводить, какие лечебные, какая немедикаментозная, медикаментозная терапия, профилактические мероприятия. Все это детально написано, и я думаю, что будет полезно врачам, потому что любой врач, работающий на том или ином этапе, откроет этот протокол и увидит, что он обязан делать с больным с повышенным артериальным давлением, который к нему обратился. Сразу скажу, что там ничего нет нового. Это все то, что всегда делалось для больных с артериальной гипертензией, и перечень диагностических мероприятий и лечебных, он соответствует тому, что было принято у нас всегда, ну, может быть, не всегда четко выполнялось, может быть, сейчас этот унификованный протокол обяжет нас более трепетно относиться к выполнению этих всех рекомендаций. И второй документ – это артериальная гипертензия, оновлена, это адаптована клиничная настанова. Ну, по-русски это клинические рекомендации по ведению больных с артериальной гипертензией. Эта настанова оновлена та адаптована. Вона оновлена на основе рекомендаций Украинского общества кардиологов, которые были изданы в 2008 году, и с изменениями, дополнениями, которые относятся к тем данным, которые были получены после 2008 года. Она вот была издана и в качестве приложение к этому приказу. Вы тоже можете увидеть ее на сайте Минздрава. И вот мне сказали, что она распечатана, и многие уже могли получить ее. Если вы откроете ее, вы увидите, что, в общем-то, она мало отличается от рекомендаций Украинского общества кардиологов, с которыми вы все хорошо знакомы. Они сдавались много раз и доводились до вашего сведения. Поэтому тут тоже ничего такого особенно нового в этом нет. И еще один документ, который вы увидите на сайте Минздрава, который относится к лечению, введению больных с артериальной гипертензией, это постановление Кабинета министров 25 апреля 2012 года про реализацию пилотного проекта щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби. Ага, спасибо. И вот первый пункт вот такой. Погодитесь. Вот вам видно, ну, может быть, далеко не, вы не прочитаете. Погодитесь с пропозицией Министерства охраны здоровья стосовно реализации с 1 червня по 31 грудня 2012 року пилотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою шляхом встановлення граничного рівня оптової відпускних цін на такі засоби з використанням механізму, ну і так далі. І речь йде в этом постановлении о том, что на некоторые антигипертензивные препараты, конкретно вот они перечислены справа, на 7 препаратов, на их генерические формы устанавливается граничная цена, максимальная цена, выше которой населению продавать нельзя, и частично покупка этих препаратов будет населению компенсироваться. Ну,
я думаю, что это первый шаг к той системе, которая существует во всем мире, когда антигипертензивные препараты, и не только антигипертензивные препараты, покупаются больным, и затем государство возвращает ему полностью или частично сумму покупки. Ну, вот то же самое, я уверена, что то же самое будет и в Украине, но, понятно, учитывая наше экономическое положение, нельзя это сделать сразу по отношению ко всем препаратам, в том числе и ко всем антигипертензивным препаратам, поэтому пока частично компенсироваться будут только вот эти вот 6 препаратов. А как остальные препараты? А остальные препараты больные будут покупать за свой счет, как и раньше, и никто ничего им не будет компенсировать. Накладывает ли вот эта постанова какие-то ограничения на покупку других препаратов? Нет, не накладывает. Если вы прочитаете вот эту постанову, вы ее тоже можете найти на сайте Минздрава, то вы увидите, что ни одного слова о том, что другие препараты, назначение других препаратов нужно ограничить или не назначать вообще, ни одного слова об этом нигде нет. Ну и понятно, что это и невозможно. Вы посмотрите на список препаратов, всего 7 молекул. А в Украине сейчас зарегистрировано около 100 антигипертензивных препаратов. Только ингибиторов АПФ и их комбинаций больше 20. Поэтому, конечно, речи не может быть о том, чтобы другие препараты не назначать. Тем более здесь нет комбинированных форм. Если ограничиться только этими препаратами, то понятно, что лечение больного будет неполноценным. Больной не будет получать ни диуретики, ни комбинации фиксированные, ни блокаторы рецептора ангиотензина 2. Иными словами, это разные совершенно документы. Приказ Минздрава и рекомендации по ведению больных с артериальной гипертензией, и вот этот пилотный проект. Пилотный проект – это первый шаг к компенсированию затрат больных. Он относится пока только к 7 препаратам, а настанова – это рекомендации по лечению. Ну вот о чем идет речь в этой настанове, я, в общем-то, подробно не буду рассказывать, потому что все это вот в этом есть и в книге, в этой, и на сайте Минздрава можно все это увидеть. Но несколько слов о стандартах лечения, о том, о самом главном. В свете вот этого приказа я скажу несколько слов. Вот все эти принципы изложены вот в этом документе, и о чем там идет речь? Речь идет о том, что, во-первых, больного нужно обследовать. Написано, как обследовать, написан перечень обследований. Тоже это общепринятый перечень обследований, который вы знаете. Как больного нужно лечить? Всем нужно назначить немедикаментозную терапию и при необходимости медикаменты. Какие медикаменты? Медикаменты 5 групп, которые вы хорошо знаете. Диуретики, антагонисты кальция, ингибиторы АПФ, антагонисты рецептора ангиотензина 2 и бета-адреноблокаторы. Вот позвольте очень коротко остановиться на характеристике каждой из этих групп, чтобы было понятно, когда, что, кому назначать. Диуретики. Для лечения, для длительного, назначаются только тиазидовые диуретики. Ни калий-сберегающие, ни петлевые для систематического лечения не используются нигде в мире. Гипотиазид, хлортализон, индапамид. Каковы их преимущества перед другими препаратами? И имеют ли диуретики какие-то преимущества? Они имеют одно преимущество, которое показано практически во всех исследованиях, проводившихся с диуретиками. Они лучше, чем любой другой антигипертензивный препарат, предупреждают развитие сердечной недостаточности. Поэтому, если у вас есть больной, у которого вы ожидаете развития сердечной недостаточности, опасаетесь этого, у него появилась одышка, отеки и так далее, этому больному, безусловно, показан диуретик и назначайте его. Ну и с точки зрения профилактики инсульта эти препараты тоже эффективны, и это показано в большом количестве исследований. Они обладают неблагоприятными эффектами метаболическими, увеличивают количество больных с сахарным диабетом и плохо влияют на уровень мочевой кислоты. Это тоже надо помнить. Вот посмотрите, это исследование, в котором сравнивали исследование LIFE, огромное исследование.
котором приняли участие 9 тысяч больных, сравнивали комбинацию атенолола с гидрохлортиазидом и лазартана с гидрохлортиазидом. Вот которые получали комбинацию атенолола с гидрохлортиазидом, вот у них уровень мочевой кислоты вырос на 44 миллимоля. И в других исследованиях, где изучалось влияние мочевой кислоты, влияние диуретиков на мочевую кислоту было показано. То есть это реальный факт, и повышение мочевой кислоты достаточно серьезное. Наблюдается не у всех больных, то есть если вы даете диуретик, это не значит, что обязательно повысится мочевая кислота, где-то у половины. У второй половины метаболизм таков, что все-таки мочевая кислота не повышается, несмотря на назначение диуретика. Что характерно? Характерно, что предупредить вот этот гиперурикозурический эффект можно, назначив дополнительно к нему лазартан. Вот если добавить лазартан, видите вот этот столбик в исследовании LIFE, увеличение в 3 раза меньше, 17 микромоль на литр прирост мочевой кислоты. То есть диуретики дают побочные эффекты, с которыми, в принципе, можно бороться и которые не препятствуют их назначению больным с артериальной гипертензией. Бета-адреноблокаторы. Ну, у бета-адреноблокаторов очень непростая история. Одно время они были вместе с диуретиками золотым стандартом лечения больных с артериальной гипертензией. Потом в 2003-2005 году появились сомнения в их эффективности. Писали даже о том, что они совершенно не уменьшают риск инсульта, инфаркта и так далее. Но на сегодня уже накоплено достаточно много данных, которые показывают, что они, да, у них есть недостатки. Они менее эффективны, чем другие препараты, предупреждают инсульт. Они могут способствовать, как и диуретики, развитию сахарного диабета. И они менее эффективны, чем другие препараты, предупреждают поражение органов мишени или уменьшают. И вот исследованием, которое впервые показало, что бета-адреноблокаторы уступают другим препаратам, было исследование тоже LIFE, в котором больные, получавшие лазартан, по сравнению с больными, которые получали бета-адреноблокатор атенолол, имели в итоге инсульт на 25% меньше. Вот это исследование стало толчком, который показал, что бета-адреноблокаторы не так хороши, как думали раньше. Но, тем не менее, без бета-адреноблокаторов обойтись невозможно. И вот достаточно большое поле остается для их назначения у больных с артериальной гипертензией. Это гиперсимпатикотония, высокое ЧСС и высокое систолическое давление у молодых людей, сопутствующие ИБС, аритмии, сердечная недостаточность сопутствующая, гипертиреоз, мигрень. Иными словами, я думаю, что у огромного количества больных с артериальной гипертензией обойтись без бета-адреноблокаторов мы еще не сможем очень долго. Антагонисты кальция. Вот основное преимущество этой группы препаратов – это их выраженное церебропротекторное действие. Практически все препараты этой группы, которые изучались для оценки влияния на прогноз, показали, что они более эффективны, чем другие средства, уменьшают риск инсульта. Поэтому если у вашего больного высокий риск инсульта, а высокий риск инсульта у кого? У тех, у кого наследственная предрасположенность, у тех, кто недавно перенес транзиторное нарушение или инсульт. Вот таким больным в первую очередь показаны антагонисты кальция. И в целом ряде исследований было показано, что они обладают выраженным антиатеросклеротическим действием. Вот атеросклеротическое поражение сонной артерии, они тормозят прогрессирование, они не устраняют его, но прогрессирует оно меньше, если больной получает антагонисты кальция. Вот это основное преимущество вот этой группы препаратов. Ингибиторы АПФ, они обладают выраженным кардиопротекторным действием, непропротекторным и большим количеством других положительных эффектов. Вот что не входит в число их достоинств, это церепропротекция. По церепропротекции они уступают. Они уступают антагонистам кальция в первую очередь, блокаторам рецептора ангиотензина 2 и диуретикам. Блокаторы рецептора ангиотензина 2.
Вот это препараты, сравнительно новая группа препаратов, которая все еще изучается и проводятся все новые исследования с ними. Показано, что они эффективны с точки зрения предупреждения инсульта. Не все. Доказано для трех препаратов. Лозартан, эпразартан. Не показано для телмизартана и ирбизартана. А показано для лозартана, эпразартана и кандезартана. Вот на фоне этих препаратов риск инсульта уменьшается. А исследования с телмизартаном и ирбизартаном не показали уменьшение риска инсульта при лечении ими. То есть серебропротекция здесь избирательная, не для всех препаратов. Выраженное нефропротекторное действие практически у всех блокаторов рецепторов ангиотензина 2, и они обладают доказанным антидиабетическим действием. Вот исследование, которое закончилось в 2010 году, назначение валсартана на 16% уменьшало риск развития диабета у больных с предиабетом. То есть они не только не влияют неблагоприятно на метаболизм глюкозы, но они обладают реальным антидиабетическим действием, препятствуя развитию сахарного диабета. Вот это тоже их большое преимущество. Которое было проведено в США, ученые Бостонского университета проанализировали 800 тысяч, вдумайтесь, электронных историй болезни. Из базы данных Управления по делам пенсионеров они отобрали истории болезни мужчин старше 65 лет с сердечно-сосудистых заболеваниями, которые лечились разными препаратами, и посмотрели, как часто у них развивалась деменция сосудистая или обусловленная болезнью Альцгеймера за период с 2002 по 2006 года. Посмотрите, какие кривые они получили. Синие – это больные, которые получали блокаторы рецептора ангиотензина 2. Болезнь Альцгеймера, выживание без болезни Альцгеймера было выше по сравнению с другими препаратами. И деменция сосудистая тоже. Вы видите, выше эта линия, это значит, что выживание выше у больных, которые получали блокаторы рецептора ангиотензина 2. Пунктирная линия – это больные, которые получали ингибиторы АПФ. Чуть больше было случаев деменции, чем на блокаторах рецепторов. А зеленая линия – это больные, которые получали другие сосудистые препараты. На 19% реже развивалась деменция на блокаторах рецепторов по сравнению с ингибиторами АПФ, и на 24% реже по сравнению с другими антигипертензивными средствами. И вот в 2011 году в конце аналогичное исследование было проведено в Британии. Одно исследование, оно, в общем-то, дает пищу для размышлений, но доказательством оно не всегда может быть. Но вот уже два исследования, причем достаточно больших, они уже наводят на размышления. Что сделали британские ученые? Они проанализировали базу данных врачей общей практики Великобритании за 1997-2008 год. Обратите внимание, все истории болезни внесены в компьютер, что дает возможность анализировать и назначение, и частоту осложнений, заболеваемости и так далее. Так вот, вот эти компьютерные истории болезни за 10 лет были проанализированы. Было найдено 9 тысяч, чуть больше 9 тысяч больных с деменцией и 39 тысяч взятых как контрольная группа без деменции. Что оказалось? Что больные с болезнью Альцгеймера и сосудистой деменцией в два раза реже принимали блокаторы рецептора ангиотензина 2. То есть, если больной не получает блокаторы рецептора ангиотензина 2, то риск развития болезни Альцгеймера у него в два раза выше. Или сосудистой деменции. Причем, по заключению этих исследователей, блокаторы рецептора ангиотензина 2 более эффективны для предупреждения болезни Альцгеймера, чем сосудистой деменции. Ну, сейчас строятся всевозможные гипотезы в отношении того, как это объяснить. Считают, что блокаторы рецепторов вмешиваются в обмен бета-амилоида. Но вы, может быть, знаете, что в основе болезни Альцгеймера лежит отложение бета-амилоида в мозговой ткани, образование бляшек, которые вытесняют функционирующие нейроны, и больной теряет когнитивные свойства.
И нефропротекторное действие. Блокатором рецептора ангиотензина 2, по данным всех исследований, которые проводились с ними, свойственно выраженное нефропротекторное действие. Но я хочу вам показать данные нашего исследования, которые были проведены у нас. Оно было закончено года 2-3 тому назад и опубликовано уже. Вот посмотрите. Исследование очень интересное. Мы в течение года назначали лазартан в комбинации с фуросемидом больным с артериальной гипертензией и с начальными признаками снижения функции почек. Почему фуросемид? Потому что там были больные с достаточно высоким креатинином, у которых гипотиазид неэффективен. Поэтому всем давали лазартан с фуросемидом. Лазартан давали оригинальный в течение года. И через год мы посмотрели, как быстро у них снижается функция почек. Надо сказать, что нефропатия гипертензивная, она не имеет обратного хода. Функция почек, если уже начал снижаться креатинин, а он начинает снижаться у гипертоников обязательно, да и у здоровых людей после 30 лет он тоже начинает снижаться, просто у гипертоников более быстрыми темпами. Так вот, как быстро начинает снижаться креатинин, на лазартане оригинальном? Со скоростью 1,6 мл в минуту в год. Это скорость сравнительно небольшая. Для здоровых людей характерное снижение со скоростью 0,8-1 мл в минуту в год. То есть у гипертоников на лазартане чуть быстрее, но вполне медленно относительно. После этого мы больных перестали наблюдать. У нас закончилась эта научная тема, в связи с которой мы их наблюдали. Мы дали им рекомендации, они пошли под наблюдение участкового врача и лечились уже под наблюдением участкового врача в течение 4 лет. Терапия была произвольной. Кто-то придерживался наших рекомендаций, кто-то нет. Через 4 года мы их вызвали опять. Давление у всех у них было выше, чем после нашего наблюдения. И скорость клубочковой фильтрации снизилась за 4 года на 10 мл в минуту. То есть в год в среднем на 2,9. Скорость снижения функции почек за эти 4 года стала почти в 2 раза больше. Иными словами, когда больные ушли из лазартана и стали не очень аккуратно лечиться, у них в 2 раза ускорилось прогрессирование гипертензивной нефропатии. Мы им опять назначили лазартан. Для того, чтобы посмотреть, можно ли вот на этой точке, когда у них уже ускорилось прогрессирование нефропатии, приостановить этот процесс, во всяком случае его замедлить. Мы назначили им лазартан, который у нас был в это время, это был Лазап фирмы Зентива, тоже в комбинации с фуросемидом, и давали в течение года. И в течение года прогрессирование нефропатии существенно замедлилось. Снижение скорости клубочковой фильтрации составило 1,6 мл в минуту в год. То есть точно то же, что было на оригинальном лазартане. И артериальное давление у них тоже снизилось. И отсюда мы сделали вывод, что в любой момент заболевания следует начинать антигипертензивную терапию, и лазартан окажет нефропротекторное действие. Естественно, исключая тех случаев, когда уже требуется гемодиализ. Это первое. И второе, поскольку мы на втором этапе назначали не оригинальный уже лазартан, а генерический Лазап Зентива, то мы сделали вывод, что по антигипертензивному и нефропротекторному действию Лазап не уступает оригинальному лазартану. Посмотрите, плохо видно. Вот я смотрю на аудиторию. В зале преимущественно женщины. Посмотрите на вот эту аудиторию. Вы видите, одни мужчины. Это меня поразило, и я сделала эту фотографию на американском обществе гипертензии. Оно проходило в мае этого года. Вот там, видите, вот такой большой зал, больше, наверное, чем вот этот. Заседание проходит за столами. Вот видите, там и на балконе люди сидят, а в столов нет. И если у нас у кардиологии женское лицо, то у них мужское. Зачем я показываю вам эту фотографию? Потому что я оттуда привезла несколько новых данных, которые я вам сейчас хочу показать. Вот посмотрите, очень интересный доклад был сделан. Исследование, законченное в прошлом году, у больных
с начальным ухудшением функции почек. Суть не в этом. Суть в том, что это были гипертоники, которым антигипертензивные препараты назначали или утром, или вечером. И целью было решить, когда лучше давать препараты больным с повышенным давлением в утреннее время или в вечернее. Нужно сказать, что ни единого исследования, которое ответило бы исчерпывающе на этот вопрос, до сих пор не было. Но здесь 661 больной, которых их наблюдали в течение 5,5 лет, и 139 сердечно-сосудистых событий они наблюдали. Смерть, инфаркт, инсульт и так далее. Вот смертность. Вот слева это больные, которые, если точка находится слева, это говорит о том, что назначение препарата перед сном лучше. Если точка находится справа, говорит о том, что назначение препарата после подъема с постели лучше. И вы видите, что все точки находятся слева. И смерть, вот сердечно-сосудистая, и общая смертность, и инфаркт, и развитие стенокардии, и необходимость реваскуляризации, сердечная недостаточность. Все эти осложнения реже наблюдались, если больным назначали препарат перед сном. Ну, это тоже единственное исследование, проведенное к настоящему времени, поэтому сказать, что оно окончательно ставит точки над «и» нельзя, но оно дает размышления, пищу для размышлений. И последний слайд тоже с американского общества гипертензии касается диуретиков. Казалось бы, что нового можно сказать сегодня о диуретиках? А вот совершенно новую вещь я там услышала, это впервые было доложено, вот видите, 22 мая 2012 года. Что показывает этот слайд? Он показывает частоту осложнений у больных, которые лечились диуретиком. Они получали не чистый диуретик, а в комбинации с ингибитором ПМ-веназеприлом. Но факт тот, что они получали диуретик. Это были больные с нормальным весом. Больные с избыточным весом, количество осложнений, получавшие гипотензию, и больные с ожирением, получавшие гипотензию. Где меньше всего количество осложнений? У кого? У больных с ожирением. 18 осложнений на 100 тысяч пациентов лет. У больных с избыточным весом 21 осложнение на 100 тысяч пациентов, на 1000 пациентов лет. И у больных с нормальным весом 30. Самое большое количество осложнений на гипотиазиде у людей с нормальным весом. Заключение такое, если у вас больной без ожирения, без избыточного веса, и у него нет прямых показаний к назначению диуретиков, их назначать не стоит. А больным с ожирением, их нужно назначать практически всем подряд, потому что там они наиболее эффективны, и это объяснимо, потому что у больных с ожирением объем-зависимая форма гипертензии, и диуретики уменьшают объем циркулирующей крови, за этот счет снижают давление. Спасибо за внимание.